bispo de los brasileños profesionistas o Pelé? Biofilia. E quando lhe distraem o interior... Aqui é mais o que eu disse, que sinto, este brasileiro... Eu se praxo o interessante e o abraço. Não, não é assim como isso de que eu disse, por carinho. Скажите, что вы испытываете? Вот вы бьете штрафной удар. А что вы вот здесь, базите на голову? Вы ставите мяч. Базите его в пала, и не утонили, то пенальти, это финал чемпионата мира. То финале, то термос, и то кровопирма, то что от вашего удара сейчас. А то не кожа скрипима из балас. Зависит все. Εξαρτώνται τα πάντα. Στάνει την Βραζίλια τσιμπιόν. Θα γίνει η Βραζίλια πρωταθλήτρια του κόσμου. Παλούσετε λίγο 5 μιλιάδες. Θα πάρετε εσείς τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Να βάζει σμότρει 100 τύσεις человек. Σας παρακολουθούν 100.000 άτομα. Από τηλεβίζω μιλιώνει. Και στην τηλεόραση, μέσα από τηλεόραση εκατομμύρια. Μάλλον καλό. Если вы сейчас не забьете, то от этого зависит не только 5 миллиардов долларов. Это 50 миллиардов, которые ваши товарищи должны получить. Вся команда. Вы сейчас промажете, вы их все подведете. Мало того, это Бразилия. Если вы сейчас не забьете, не станете продолжать этой страны, вас убить могут вообще. И вы скажете, как вы, что вы чувствуете? Ноги какие-то ноги. Ну, ноги. На подъезд. А к себе не. Как свободу. Со стизи. Ты можешь... Ну, вы понимаете, да? 100 тысяч на тебя смотрят. И все зависит. Все президенты. Он и проигрывал, он думал. Что он отвечает? Иди. Я понимаю. Ну как, его спрашивают, как вы чувствуете все в этот момент? Как вы не спокойны? Да? Уже вот я же дополню, сейчас. Вот это гениально. Я подаю. Вы знаете, говорит, я ставлю мяч. Его вашу пипала. Ставлю его. Вашу пипала. Мальчик пикал. Чтобы там не было трава не мешала. На мины годы жить. Потом я отхожу. А потом бью! Потому что ему надо уйти от этой освободительности. Если он будет чувствовать, так, сейчас я 500 миллиардов долларов зависит, если он будет чувствовать, то мне его ноги не будут. Поэтому он будет делать устанцию, да, и потом едет. Я это просто для себя прочитал. Тут я вас еду на автобус. Это гениально. Это надо, он расслабляется на все. Но другое дело, что он этот удар репетирует на тренировках каждый день. Бить он умеет. Вопрос не как бить, а как освободить себя, чтобы ты... Так же точно вам все психологи скажут. Если у вас что-то не ладится в голове или с мужем, вам скажут, ищите, освободите себя, ищите... Ищите ему нога, ищите то. Не обязательно страшно. Освободите. Блок, что блок. Но, друзья мои, первое, от чего снимается блокирование, это то, что вы репетируете на себя. И для партнера. Если у вас чувство, что вы должны для режиссера понравиться ему или не понравиться, похвалят вас или публика, вы становитесь зависимым человеком. Ну что с ним с режиссером, он дурак, да?
Ты по этому диалогу смотришь, нехорошо же, а экзамен за то кино? Понимаете? Потому что в природе артиста есть жуткая вещь. Он должен все время нравиться. Это кошмар. Ну, нельзя жить и все время думать, что я должен нравиться. Должны сказать, ой, какая я хорошая, как я хорошо играю. Вы тогда попадаете в жуткую независимость от зрителя. Все время будете думать, а как это? Это есть зависимость. Есть. Когда я вам говорю, что актеры даже порепетировал, когда выходят на сцену, теряются. Опытные начинают. А знаете, что они теряются? Все не тахану. Если это большая сцена. Ну, то может, я не обегали скини. Чего? Ты. Ну как вы говорите, что происходит? Ты, почему они опытные? Почему они вдруг выходят на сцену и как это начали репетировать? Я не знаю, что это не было. Какого помещения? Какого помещения? Какого помещения? Черная дыра. Мавли трипов. Зал пустой их пугает. Закройте занавес. Вайте мне эти руки. Это все время вот это черное. Что я выйду тут, они будут смотреть, я должен, должно быть интересно и так далее. Это блокирует. Автоблокирует. Это блокирует.